Смотрите, сколько теплиц в Альмерии. Это полностью океан, который видно с самого космоса, ребята. Экспорт полный в Альмерии у нас. И работает куча-куча людей. Но эту работу выдержать не каждый сможет. Нет, океан теплиц. Какой кусочек в Альмерии вы не поехали, вы будете нарываться всегда на вот эти теплицы. Видите, это километраж полностью. И слева, и справа теплицы, теплицы и теплицы. Еще одна фабрика, смотрите, это Аль-Масен, где работают люди. Обработка овощей и фруктов. Видели, да? И сразу на экспорт. И вот здесь их выращивают, может быть даже. И их здесь бесконечное количество. В таких условиях работает очень много из Марокко, из Румынии, ну, в принципе, и наших куча тоже. Представьте, работать по 50 градусов, еще плюс пленка, это как это можно вынести, эту температуру. Потому я говорю, что работа очень тяжелая. Вот, смотрите, видите, фабрики, фабрики. Эти коробки стоят и все остальное. Видите, их здесь очень много. Но устроиться в последнее время тоже тяжело. Это я вам правду говорю. Даже испанцам тоже всунуться тяжеловастенько. Но работы мало в Испании. И вот наша, смотрите, видите, да, бесконечная, бесконечная. Смотрите, в горах тоже ставят теплицы. Видели, да? Сегодня самое эксклюзивное место, ребята. Кабаньи тропки надо знать. С самого утра куча людей едет, все едут на эскалатор. Это ресторан Бар де Тапас. Ага. Смотрите, вот это туристический городок, ребята. Вот это да. Здесь оторваться можно конкретно. Чтобы вы знали, Лас Неграс называется, Альмерия. Здесь отдыхают это именно не хуже, чем в других шикарных местах. Туризм здесь полным ходом. Много здесь хиппи, чтобы вы знали. Нас уже ждет корабль, так что вперед. Ребята, сейчас я вам все расскажу. Это называется Лас Неграс. Но запомните, если приедете в Лас Неграс, вот это самый и лучший бар хиппи, который находится, Бодегия. Здесь выставляют столики. Внутри это просто прелесть в миниатюре. Это именно бар хиппи. Ребята, здесь, конечно, очень много баров, ресторанов и всего. Но этот бар я вам просто советую. Мы приезжаем именно в него, сюда, чтобы именно выпить пивко вот так вот на берегу такой красоты, ребята. И сейчас мы будем переправляться на лодке дальше в наше место. Представьте, какая красотень, ребята. Vamos que nos vamos! Вот эти все лодки, они перевозят людей на различные калы. Калы – это эксклюзивные пляжи. Здесь вы можете заняться и каяком, вы можете заняться подводным плаванием. В очень красивых местах подводных, эксклюзивных, говорят. Смотрите, какие каяки. Вот это класс. И здесь вы можете провести выходные за такие деньги, как говорится, что вы проведете, я не знаю где, на островах, может быть. Но эти места надо знать, повторяю. Вот это лодочки. А мы ждем свою лодку, кстати. Сейчас должны за нами вернуться. Наше такси подъехало. Поехали загружаться.
Хорошо, поехали! Целая толпа здесь едет! Tô me achando, pois fiquei famosinho. Eu fiz uma dancinha, todo mundo tá curtindo. Todo mundo tá dançando, a vibe tá fluindo. Mãozinha na cintura da close no passinho. Tic, tic, toc, tic, 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 toc. Mãozinha na cintura, faz biquinho e manda um love. Tic, tic, toc, tic, 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 toc. As novinhas tão piando no passe no TikTok. Tic, tic, toc, tic, 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 toc. Mãozinha na cintura, faz biquinho e manda um love. Tic, tic, toc, tic, 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 toc. As novinhas tão piando no passe no TikTok. И какой берег и цвет воды, ребята. Ну как вам пляжик? Это вам не Сапии возле Альмерии. И вот так вот, смотрите, здесь живут люди. Кстати, за вами могут приехать на лодке. Можете узнать номер телефона. И вас приедут, заберут, ребята. Так что смотрите. 15 евро туда и назад. Снимем наши сумочки, и я вам все покажу в подробностях. Так что, гляньте, даже подсолнухи цветут. Хе-хей, пошли разгружаться. У нас здесь полный нудистский пляж, так что не обращайте внимания. А еле нам. На Кале даже с деточками есть и все, но там вот вдали, обратите внимание, люди полностью делают нудизм. Так что здесь это нормально. Просто супер, ребята. Немножко сегодня волны, чуть-чуточку. Но гляньте, какое место. Мы еще попозже пройдемся с вами, я вам покажу. Но мы уже готовы. Наш каяк. Раз палатка, два палатка. Мы готовы. Костер, столик. Соседи. Гляньте, как здорово. Какая красотень. Мы еще полазим сегодня с вами наверху. Появился клиент Приватбанка. Гости пришел к нам, сосед. Гляньте, какая прелесть. Мы уже сделали столик. Перекус маленький. У нас соседи наши. Хололодка, видите, привезла. Они приехали, на один день отдохнули. За 15 евро их отвезут потом вечером. Или завтра, как захотят. Но в основном люди приезжают отдохнуть здесь на выходные. Смотрите, даже грудью до сих пор кормит. Видите, да? Вот так живут люди у нас. Ну, а я решила пойти немножко половить рыбку. Здесь хоть кусочек немножко осталось тени. И попробуем, что у нас получится. Очень жарко. Сегодня уже под 30 с чем-то. 12 часов утра. Это просто выдержать невозможно. А, смотрите, какая прелесть. А я сейчас где-то буду маститься. Не знаю, что словим. И сегодня привезли туристов очень много. Ну, конечно, они потом уйдут, но все равно. Один корабль за другим продолжают привозить и привозить. Сендеризм, ребята, здесь вообще трэш. Вы представляете, вот так вот по скалам лазить. Кстати, смотрите, наверху вот там вот живут люди. Вот, сейчас я вам покажу. Вон, смотрите, наверху везде. И вот там вот везде живут люди на скалах. Потом вечером покажу. Первое у нас уже есть. Мостимся. Пришло время делать нам быстро кушать. Вот это объедение у нас. Гляньте, а?
хлебушек. Вообще, так самое главное, вид какой, прикиньте, да? Супер! У нас здесь все полностью в открытую. Очень много раздетых, так что не стесняется никто. Абсолютно. Смотрите, продают еду для животных. Видите, у собачки без лапки. Специально итальянцам, нашим соседям. Вот еще одна. И ищут, чтобы их взяли в приют. Здесь полностью куча хиппи. Пляж полностью голый. Можно сказать, у нас сосед так вообще не одевается, не стесняется. И парниша глазик не спускает, бляха. В очочках, о, вот этот. Видите, продают все вокруг. Все, что вы хотите здесь. И спиртное, не спиртное. La comida quería. Bizcocho casero. Оле, qué bonito. Оле, qué bonita, hombre. No. Perdón. Смотрите, сколько людей. Кошмар. Вот где отдыхают испанцы. На выходные. Индийский пляж, вот вам индийский пляж. По полной. Здесь все вы можете найти. Представьте, абсолютно все. Начиная от алкоголя, но заканчивая всем абсолютно. И в такой красоте, вот как отдыхают испанцы. Смотрите, там домики сверху. Мы еще пойдем прогуляемся с вами. Кстати, там тоже барчики есть, видите, люди несут пиво и все остальное. Пойдем вечером. Жители вот живут, смотрите, вот там на горах, видите, да? Вот там они выращивают все и живут. Себе халабуду, лежу в тенечке. Ребята, это просто прелесть. О! Гляньте, какая красота. Сам себе капитан. Солнце, жара ужасная сегодня. Нудизмо тоталь. Как видите, без комплексов. Люди абсолютно. Там и здесь закрывайте глаза. Зато с собаками. Но, блядь, собака не дает нам спать сегодня, не отдыхать. Щит не может сестричку найти. А сестричка, гляньте, где. Запряталась. Не хочет идти. Говорит, папа, иди ищи. Папа не хочет искать. Яма. Что, дорогие, пойдем прогуляемся наконец-то. Солнышко немножко опускается, потому что жарко неимоверно. И пойдем прогуляемся. Погнали. Гляньте, что у них здесь придумано. Здесь нельзя ничего делать. Наверняка здесь огород и деревья. В будущем. Ну что, пошлите наверх. Ребята, эксклюзивный поход. Вы такого ни с кем не увидите в Альмерии. Что у нас здесь? Мы сегодня побегаем, а? Ух тышка! Гляньте. Здесь полностью написано все, что нельзя делать. Короче, пасы амур для всех. Ой, переводить долго. Как себя нужно вести? А вот еще одна, кстати, гляньте. А? И советы. Почитаю потом. Гляньте, можно здесь шашлычки делать, мусор собирать. Кстати, вид обалденный отсюда, гляньте. Вот где моя дочь. Ай, здесь качеля есть. А ну найди, я покачаюсь. Смотрите, какой вид открывается отсюда. Это просто прелесть. Смотрите, это же сказка. Погнали дальше. У нас сегодня гид.
Будешь карабаться наверх. Давай, гид. Ой, какие цветочки. Шикарнейший. А Дольца фотографии снимает, обезьяна. Видите, проходики, люди. Я бы здесь сама никогда в жизни не пошла бы. Тырин-тырин-тырин, гляньте. Это же все в горах сделано. Ой, какое прохладненькое место. Вы помните, я вам показывала эти деревья, в которых фрукты странные? Вот они, гляньте. Ой, какая прелесть. Чего их есть нельзя? Жалко, да? Видите, как аккуратненько здесь все огорожено. Здесь люди, говорят, живут, располагаются. И здесь пошлите дальше. Какой у меня гид сегодня классный. Смотрите. Там он тоже. Гляньте, даже соларные эти самплака солярис. Солнечные батареи. Ой, смотрите, здесь озеро. Что это? Что это? Как у меня племянник смеялся все время, когда я говорила: Таня, что это? Подождите, я спускаюсь. Пам! Ух тышка, отстойник воды. Ну, понятно, здесь купаться нельзя, но, по крайней мере, для полива вода питьевая есть у них. Видите, как они все это сберегают? Наверняка и купаются тоже, потому что это пресная вода. Откуда она, интересно, идет? А ну-ка, пошлите. Смотрите, ребят. Вау, гляньте, как прохладно. Здесь тоже чей-то дом. Ну, так, пошлите отсюда. Свои огородики, личуга. Картошечка посаженная. Гляньте, классно. А здесь тоже что-то посеять, наверное, будут. Гляньте, огородик. Не знаю, ничего не посеяно пока. Смотрите, какие цветочки. Там услышно, люди разговаривают. Наверное, тоже, смотрите, вот отгородились они. Подождите секунду. Видели, да, вон тоже домик. Отгородили. И вон наверху, смотрите, видите, да, тоже люди живут. Вся эта скала полностью в этих самых. Вот, пошлите дальше. Идем за Дотей. Сейчас мы так круг и пройдем. Посмотрим все. Палатки стоят. Да представьте, они же, говорю, еще раз повторяюсь, и зимой, и летом здесь живут. Вон, смотрите, тоже дом. Ой, гляньте, подсолнух, огорожено, ну прямо как у нас, гляньте. Какая красота! Видели, да?
Налоги самое главное, что не платят люди. Захотели, сели на лодку, поехали в город. Нет, до свидания, учитесь. Вот так вот мы скоро будем жить все. Вот так вот скоро мы будем все жить. С этими налогами, блядь, достали. Мамо саваха? А здесь видно, какой-то закончик был. Вон тоже, гляньте, видите, внизу тоже люди живут. Ребята, это мы все для вас делаем, тоже снимаем. И надо мне руку. Я тут не спрыгну. Боже, какой аромат трав вот этих вот, ребята, это прелесть. Видите, это просто затон, почему называется кала. Кала — это как вроде бы яма или ущелье, ущелье своего рода. Вот, смотрите, здесь тоже человек живет. Гамак. Палаточка. Какие молодцы. Амас. Чистенько все убрано. Боже, куда це наздуться веды? А теперь в гору. Вот вам и прогулочки. Если бы еще не солнышко не шмалило, то было вообще чудесно. Вот здесь, наверное, у них огородики. Видите, огородики. Где палки, это у них туалеты. Сейчас я вам покажу. Что увидела? Мужик плюнул и обиделся на всех. Смотрите. Сам себе хозяин. А фули нам, правда? Я сам себе живу. Мне интересно самим собой. Отдельно от села, от всех. Молодец, мужик. Я там тоже жила. Флажки обозначают, что у них здесь туалеты. Смотрите, как по-нашему, да? Дырка и вперед. И главное, что не засоряют среду люди. Нам у них учиться надо. Так, пошлите дальше. Проходики себе обрезают здесь, чтобы все было, прочищают. Дорожечки протоптанные, гляньте. Ну, прям вообще супер. Что у нас здесь? Еще один гранат, смотрите. Ой, сколько их. Тоже обрезают, гляньте, видите, подмащивают, чтобы не опускался. Гранат много. Сусанин, покажи нам дорогу. Домик. Мы его показывали, палаточка. Так, тут уже у нас начинаются камушки, идем в гору. Гляньте, какая красотень, ребята. Какая красотень. Давайте я поверну камеру, чтобы вы видели меня страдалицу. Как я страдаю и пыхтю ради вас, чтобы показать такие шикарные виды.